Основное впечатление мое лично от этого Дня Победы в Харькове 17-го года, так это даже не парады и обилие людей, а обилие именно цветов. На мемориале. Нам продолжать бессмертие вашего дела. Память о вас всегда в наших сердцах. Семнадцатый год, Харьков, День Победы. О, давай, чтоб я поднимал как. Как представитель организованы автобусами. Разъезжаются люди по домам. Молодцы, хорошо все организовали. Не знаю, что это делало, городские власти или какие-то частные организации, что вряд ли, конечно. Награда нашла. Мы прошли, вот посмотрите возраст. И нам на автобус. Уже даже дорогу открыли. Ну, пожалуй, все.